по капиталам на международных финансовых рынках. Экономическое восстановление. Темпы роста российской экономики возвращаются к положительным значениям. В январе увеличение ВВП составило 0,8%. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам президента, правительству также удалось справиться с инфляцией. А на следующей неделе Совет по приоритетным проектам обсудит конкретные решения, направленные на повышение производительности труда, чтобы повысить конкурентоспособность и эффективность каждого предприятия. Все это позволяет ожидать, что уже через 2-3 года темпы роста нашей экономики будут выше среднемировых, сказал президент. Мы вышли на траекторию устойчивого снижения инфляции, что считают чрезвычайно важным. По состоянию на 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении. Удалось удержать на приемлемом уровне бюджетный дефицит, курс национальной валюты. Важно, что мы не только сохранили, но и наращиваем резервы, золотовалютные резервы и резервы правительства. Правительство завершает подготовку плана по повышению темпов роста отечественной экономики. Как отмечалось в послании, он рассчитан до 2025 года. Но, повторю, уже на рубеже 19-20-х годов темпы роста должны опережать мировые.